быстро убежал вперед, что поддержки никакой не было в этой атаке. Она захлебнулась. А вот сейчас Кейн просочился между двумя соперниками. Правда, пара обороны снова помешала североамериканскому форварду идти вперед. Рассказов. Хороший момент может получиться. И какая красивая шайба Ивана Володина. На скорости он пошел в зону. Резко затормозил и успел прокинуть шайбу между щитков Лазушина. Со всех сторон, как ни посмотри, красивый гол и достаточно красивая комбинация. Первая шайба Ивана Володина в этом сезоне.